так ко мне пришла собака моя с мамой Джилла. Иди сюда, иди. И мы теперь ее познакомим с Пеппа. Ну-ка, поехали. Джилла? Где Пеппа? Кто там? Сейчас сзади подберется. Что-что? Едет-едет-то. Едет на тебя. Ну-ка иди познакомься с Пеппой. Кто это тут? Ой, как страшно. Что-что? Ну ладно, пусть ездит. Холодильник. Мама у холодильника. О! Джилла! Что-что? Дурнушка. Дурнушка ты наша, да? Ой, какая красавица у нас идет. Какая у нас красавица. По попке постучать, да. Да? По попке нам, ой, как нам нравится по попке. Все, улеглась. Ну что, идем гулять? Скорей, скорей сюда. Ну, расскажи, как ты живешь на карантине, а, Джилла? Ой, старушечка плетется моя. Иди ко мне. Джилла, пошли домой. Джилла домой пойдет? Вот так мы гуляем с моей собакой Джиллой на карантине. 100 метров от дома. Дом 100 метров. Тут такой у нас пока что не обустроенный пятачок, как раз для выгула собак. Да, Джилла? Пошли домой. Джилла! А снег идет. А снег идет. Пошли домой. Ну, давай. Надевай свой поводок. Так, и пошли домой. Все вот так вот заполовано у нас тут. И написано вон карантин. Mm-hmm.
людей почти что нет. Пару детей бегают и пару человек ходит. Ну вот мы сходили снова с мамой в магазин. Муки купили. Теперь будем блинчики, тортики печь. Шоколада. Ну, остальное в холодильнике. А вот тут у меня уже что-то всходит. Этот цветочек мама посадила, пересадила с моего горшка. И вот тут у меня лучок растет. И, по-моему, шпинат. Наконец-то пошел в рост. А вот цветочки, которые я сажала. Вот это точно настурция, а вот это, наверное, петуни. Так что всходит уже что-то из моих посевов. Сегодня у нас такой хороший солнечный денек в Питере. Ну, а мы уже... сбилась со счету, какой день на карантине. Ну, народ вон едет куда-то. На работу или как. Людей пока немного, но вчера очень много ходило, особенно под вечер.